Как выстроить логистику? Скоро и у перевозчиков будет одной головной болью меньше. На Полоцком мосту опоры возводят прямо между железнодорожными путями. При этом грузовой и пассажирский транспорт ходят по расписанию. Поезда разве что немного сбавляют скорость, двигаясь прямо по стройплощадке. Случай для региона первый за многие десятилетия. Между рельсами специальные котлованы на глубине 4 метров создают основу для опор моста. Здесь хоть и задействована многотонная техника, но работа, уверяют строители, ювелирная. Одни пути на время разбирают, другие переносят. Один день простоя может повлечь за собой 3 месяца потери благоприятного времени и только возвратимся в следующем году. Поэтому максимально стараемся выполнять работы согласно проработанных графиках. На месте аварийного путепровода возводится большая развязка. Дороги по 400 метров на разных уровнях. Для транспорта по 2 полосы в каждую сторону. Пусть это и трамвай. Технология, по примеру, столицы бесшумная. Со стороны улицы Космонавтов строители уже завершили монтаж всех железобетонных конструкций. Это важное направление для города. Машины и автобусы едут в сторону Полоцка и Санкт-Петербурга. Движение по новому транспортному узлу должны открыть в следующем году.